Население сел Кунбатары Буранчи составляет более 2000 человек. Ни в одном из их домов нет газа. От холода зимой мерзнут как дети, так и взрослые. Вот это газовкация уже сидит не в том, что здесь. Вот здесь сидит у нас уже. Это единственная такая проблема. Постоянно здесь тоже сходы делаем. Район ездим. И вчера были, мы ездили. Нам обещают, но они ничего не могут, потому что деньги идут вроде оттуда. У администрации села Кунбатар собрались около 100 человек. Селяне в очередной раз возмущены бездействием местных властей. Мерзнуть в очередную зиму им не хочется. Некоторые отапливают дома дровами. Для этого они вынуждены незаконно вырубать лес, которого и так в этих краях мало. Другие используют электроприборы, но и здесь возникают проблемы. Каждый человек хочет у себя дома либо электричество, либо чем может, он топит. И в итоге вся нагрузка на эти электрические сети приходится. А они не выдерживают, да, трансформаторы выходят из строя. Старейшины есть у нас, да, наши аксакалы тоже есть, молодежь тоже есть. Все они говорят, ну, что толку нам от этих выборов, которые вот сейчас 19-го будут проходить. У жителей настроения особого нету вообще на эти выборы идти, потому что эти выборы для нас не праздник, как раньше было, да, это просто... Да, какая-то демонстрация чего-то и все. Вот. Наладить газификацию в селах, в том числе подвести газовые сети к каждому дому, правительство республики обещало еще в 2018 году. На это дело выделили средства, подготовили документы. В 2019 году в Баранчи и Кунбатар установили газораспределительную станцию. А подвести газ к домам людей не хватило ни денег, ни времени. Все этапы, которые необходимы, были проведены, были согласованы с правительством. Управление капитального строительства в лице своих подрядных организаций, своих подведомственных организаций ДАКСельхозстрой, мы приступили к этим работам. В данный момент уже источники финансирования определены. Единственная была маленькая задержка у нас прошла на 2-3 месяца в связи с тем, что у нас был резкий скачок удорожания стройматериалов. Поэтому та сметная стоимость, которая у нас была заранее была предусмотрена, она уже потеряла актуальность, и там невозможно было как бы по ней уже строиться. По нашим планам мы уже сейчас будем выходить на тендер, на объявление торгов по этим работам. И в начале декабря, мы уже планируем заключить контракт и приступить к данным работам. Все же и эту зиму жители сел Буранчи и Кунбатар газа в своих домах не увидят. Правительство республики намерено только к следующей зиме закончить все работы. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Ногайский район.